Ну что, с понедельником, дорогие друзья, сегодня день рождения буквы Ё. 238 лет назад ее ввели в русский алфавит. И, кстати, сейчас не очень-то сильно употребляют. Ну, а меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Белорусы придумали колбасу без мяса. Оказывается, до этого мы ели колбасу с мясом. Так вот, в состав входит картофельное пюре, сливочное масло, сухое молоко и другое. Но чтобы хотя бы вкус мяса чувствовался, добавляют пищевые ароматизаторы. Ученые заявляют, что рецептура будет еще дорабатываться, а новинка поступит в магазины в 2023 году. Несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом, в Гомельской области больницы выводят из ковидного режима. Так, на прошлой неделе вывели 700 коек, на это еще больше 160 планируют вывести. Между тем, ВОЗ заявляет, что новый штамм коронавируса омикрон может быть более опасен для тех, кто уже переболел коронавирусом. Так что будьте внимательны. С 1 декабря меняется расписание авиарейсов Москва-Гомель-Москва. Сейчас улететь в аэропорт Шереметьево можно будет в четверг-воскресенье в ночное время и в понедельник в вечернее. Продолжительность полета составляет 1,5 часа, а стоимость порядка 100 рублей. Кстати, вы уже летали из Гомельского аэропорта?